Так, наконец-то мы нашли животных. Это дорпер немецкой селекции. Немецкая селекция. Мальчики. Вот такие красавцы. Вот такие умницы. Девочки у нас. Такие девчонки. Вот это восточный фриски. У этого тюхтера мы покупали нашим клиентам животные. Это девочки. Такие вот девочки. Такая вот красавица. Со спиной называется. Немецкая селекция. Девочки тоже. Вот такая красавица. Вот таких вот животных приобретает торговый дом стадо элитных животных для наших клиентов. Исключительно у этих тюхтеров-заводчиков. Самые лучшие в Германии. Я бы даже сказал, в Европе. Потому что на самом деле, что Мерино-Ландшафт, что Остфризен, они на самом деле гораздо больше, чем в других странах.